Хорошей работе должен соответствовать хороший отдых. Этому убеждению всегда следует руководство Skyway Capital. С 15 по 18 сентября состоялся тур победителей, проходившего в первые месяцы 2019 года конкурса «Бизнес в удовольствии». Трое представителей Словакии и четверо представителей Казахстана вместе с сопровождающими лицами от компании побывали в вечном городе Риме. Это были три насыщенных информацией, эмоциями и впечатлениями дня, в которые все участники тура смогли побывать и на экскурсии в Ватикане с посещением музея, Сикстинской капеллы и собора Святого Петра. Некоторые даже присутствовали на утренней службе с участием Папы Римского. Все по достоинству оценили музей Леонардо да Винчи, во время экскурсии в котором по-новому раскрылись грани его таланта как изобретателя. Партнеры Skyway Capital даже нашли некоторое сходство в гениальности и воплощении воображаемого в реальность Леонардо да Винчи и Анатолия Юницкого. Представители компании Skyway Capital с удовольствием посетили фортепианный концерт, прошедший в стенах античного театра Марцелла, построенного еще в первом веке до нашей эры, а также отведали блюда настоящей римской кухни на совместном ужине, делясь впечатлениями и обмениваясь опытом. Три дня пролетели незаметно, но победители конкурса «Бизнес в удовольствии» будут еще долго вспоминать эту поездку, которая объединила участников из разных стран в городе с тысячелетней историей. Принять участие в конкурсе, проводимых компанией Skyway Capital, может любой партнер. Следите за новостями, участвуйте и путешествуйте по миру вместе со своими партнерами и единомышленниками.